Добрый день, уважаемые участники вебинара. Скажите, пожалуйста, меня видно, слышно? Наверное, не видно, но сейчас должно быть. Отлично. Меня зовут Алексей Кирьянов. Я руководитель краснодарского филиала компании Allor. И я рад вас приветствовать сегодня на семинаре, который называется у нас с вами «Арбитраж и парный трейдинг». Ну, мы в краснодарском дилинге довольно много разных биржевых стратегий торгуем. Добрая половина, наверное, из них арбитражная. И я сегодня постараюсь объяснить основные такие принципы арбитражной торговли. Расскажу, как строятся, как торгуются спреды между двумя и более биржевыми инструментами. Как и чем их можно торговать, что делать, если спреды у нас разрывает, какие методики входов, выходов и усреднений мы используем при арбитражной торговле. Сразу хотел оговориться, да, в начале в самом, что я не математик и постараюсь рассказывать эдакий арбитраж для гуманитариев, скажем так. Если то, что я буду рассказывать для вас, будет слишком просто и вы хотите погрузиться в формулы математического анализа, в мат-статистику более глубоко, напишите мне после вебинара, я вам скину записи курсов, которые более плотно, скажем так, набиты формулами регрессионного анализа. Продвинутые знания в математике, в программировании, они, конечно, совсем не лишние для арбитража и для парного трейдинга, но, откровенно говоря, не критичные. У нас, например, довольно давно работают два трейдера-арбитражера, один из которых отлично знает математику, а второй вообще ее, ну, не в зуб ногой, что называется, да, то есть, ну, а суммарный доход у них за последние 10 лет, наверное, примерно одинаковый, то есть это подтверждает, что математика, как бы, знания не критично важны в данном случае. Давайте начнем наш курс с сегодняшних определений. Что же такое арбитраж и парный трейдинг? Вот определение прямо из нашего арбитражного чата, в котором вы, возможно, состоите. Если не состоите, то вступайте туда. Я вот скинул ссылку в чат, и есть ссылка на слайде. Итак, арбитраж и парный трейдинг – это такая рыночно-нейтральная торговая стратегия, при реализации которых прибыль у нас прибыль извлекается из волатильности входящих в стратегию инструментов. То есть, грубо говоря, создавая арбитражный портфель, мы стараемся убрать рыночный риск за счет того, что у нас что-то в портфеле куплено, а что-то продано. Но в то же время мы зарабатываем на волатильности инструментов, которые входят в наш портфель. Суть всех арбитражных стратегий, она сводится к поиску такого дисбаланса цен между
взаимосвязанными финансовыми инструментами, то есть так называемых ценовых неэффективностей. Тут я немного на слайде попытался классифицировать типы арбитражных стратегий. Немногочисленные такие статьи и разделы в учебниках нам расскажут, что у нас бывает обычно пространственный арбитраж, временной арбитраж, межбиржевой, календарный, индексный и так далее. Всякий, кто пишет, кто говорит про арбитраж, да, Сергей, запись будет вебинара. Всякий, кто пишет про арбитраж, он дает свое видение. И каждая типология, она такая довольно условная. В том числе и та, которую я предлагаю на слайде. Нормальные учебники по арбитражу у нас пока не написаны. Классификации, можно сказать, не устоялись. Поэтому пользуемся тем, что сами придумываем по ходу торговли. По большому счету это и хорошо. То, что прочно у нас вошло в учебники, на том уже заработать, скорее всего, не получится. Ну, потому что у каждой торговой стратегии есть какой-то период жизни, да, то, что мы рассматривали с вами на прошлом семинаре. Итак, сегодня мы рассмотрим классический, статистический, одноногий арбитраж и парный трейдинг. Опционный арбитраж мы рассматривать сегодня не будем, в том числе потому, что я не считаю себя достаточно квалифицированным в вопросе работы с опционами, чтобы с твердой уверенностью рассказывать вам про какие-то арбитражные стратегии на них. Итак, разницу между стоимостью торговых инструментов обычно называют базисом, арбитражным спредом или раздвижкой, кому как нравится, да, и кто как привык часто. По сути, это все одно и то же. Но иногда возникает у нас путаница между арбитражным спредом и спредом между бидом и оффером по инструменту. И вот здесь на примере двух инструментов, фьючерса на индекс ММВБ и ММВБ мини, показано, как считается спред в стакане и как считается спред между инструментами. Спред между бидом и оффером, вот вы видите, он тут справа показан, я вот тут вот его мышкой показываю, да. Он очевиден и по фьючерсу на индекс ММВБ составляет 50 пунктов. Да, ну, в данном примере стакана, по крайней мере. То есть мы просто от цены оффера отнимаем цену бида. Если нам удастся купить по биду и продать по офферу, то мы уже в плюсе на условных 50 пунктов. Казалось бы, там можно отнять биржевую комиссию, там, и мы получим пунктов 30, наверное, чистой прибыли. Но на самом деле все не совсем так, да, то есть на 6-7 подобных прибыльных операций в спреде мы получим 3-4 там убыточных операции, когда рынок протащит нас против себя после покупки или продажи, и перекрыться спред не получится. И мы зафиксируем больший убыток, чем спред между бидом или оффером, между бидом и оффером. Поэтому, собственно, и возникают арбитражные сделки, поэтому мы торгуем двумя ногами, так называемые. Вторая арбитражная нога у нас возникает. То есть мы можем закрыть первую сделку не только через первый инструмент, но и через второй, который скоррелирован с первым. В данном примере это фьючерс ММВБ мини. То есть фьючерс, который считается по точно такой же базе, как и первый. Но стоит ровно в 10 раз меньше, скажем так. И если мы арбитражеры, которые торгуют в спреде, то мы можем попытаться взять так называемую лимитную раздвижку.
То есть поставить заявку на продажу большого индекса по 284 750, да, как вот у нас здесь по стакану, а хеджирующую заявку на покупку малого индекса уже по 2846 10. И если они обе сработают, то мы получим проданную раздвижку между этими инструментами в 140 пунктов, да. И эти 140 пунктов мы можем закрыть в ноль или просто дождаться экспирации, когда у нас оба контракта схлопнутся в ноль автоматически. Но, естественно, есть нюансы, да? Если заберут только одну из наших выставленных заявок, то вторую зачастую придется закрыть почем дают, или там трейлить в стакане ее. В итоге возникает проскальзывание, которое, опять же, может быть гораздо больше, чем те 140 пунктов, которые мы пытаемся с вами взять. Ну, самое, ну, есть еще такой арбитраж по принципу маркетмейкерства. В этом случае арбитражеры стоят в глубине стакана, ожидая, пока какой-нибудь такой залетный трейдер долбанет рыночной заявкой, прольет стакан до какой-то глубокой цены и заберет нашу заявку по какой-то вкусной цене, которая очень далека от реального рынка. Для такого трейдера залетного даже есть такой термин, fat finger называется, или с английского, если перевести, толстый палец. Так называют людей, которые ошибутся, например, порядком цифр при вводе заявок своих, да, но у которых при этом достаточно большой депозит, чтобы эта заявка не была отвергнута брокером или биржей. Тут арбитражеру важно что? Важно не попутать вот этого вот толстопальцевого трейдера. Я надеюсь, мне звонят не для того, чтобы сказать, что меня плохо слышно. Кто меня слушает, пожалуйста, если кому-то хорошо слышно, поставьте плюсик в чат. А если кому-то плохо, то пожалуйтесь. Отлично. Вот, нам главное не спутать вот этого вот трейдера там с толстым пальцем, который долбанул по рынку и принесет нам профит, с каким-то реальным движением рынка. И, соответственно, если такое движение пошло и по скоррелированному с торгуемым инструментом, то есть с тем, на который мы ставим заявку, тут важно вовремя сдернуть и вовремя переставить нашу заявку. В итоге у нас возникает довольно сложная, довольно высокочастотная, я бы сказал, система торговли в стакане. Но не по всем арбитражным стратегиям. То есть есть арбитражные стратегии довольно медленные, есть очень позиционные. Как правило, они смотрят на отклонение не лимитной раздвижки от справедливой, а рыночной. То есть если мы сформируем ту же самую там синтетическую облигацию вот между большим индексом МВБ и малым индексом МВБ по рыночным ценам, по вот этим стаканам, которые у нас показаны на слайде, то мы увидим, что мы получим раздвижку равную нулю. Вот слева написано у нас, как мы ее посчитали, то есть 0 пунктов рыночная раздвижка. Нам это не очень интересно для торговли, точнее совсем не интересно, да? И поэтому мы ждем для получения прибыли ситуации, когда вот эта вот рыночная раздвижка отклонится от нуля в ту или иную сторону, чтобы продать ее или купить. Почему возникают подобные отклонения? Ну, в основном потому, что один какой-то контракт или один инструмент начинают более активно продавать или покупать, чем, ну, более активно, чем второй. И чуть дальше вот мы сейчас посмотрим, что она нулевая, эта раздвижка, не всегда, и что с рыночными ценами тоже можно и нужно работать арбитражером.
Есть определенные принципы построения арбитражных стратегий. Они фактически едины для всех типов стратегий, которые я перечислил. И поэтому вот мы с них начнем. Да? Во-первых, торгуемый арбитражный портфель должен быть достаточно волатилен. Так как волатильность, изменчивость цен, да, это основа заработка арбитражера. Второе, это между покупкой и продажей портфеля должен быть приемлемый спред, чтобы раздвижку можно было брать по рынку, а не только лимитно. Третье, вот арбитражные инструменты, или как еще называют арбитражные ноги, да, то есть они должны быть взвешены, то есть сумма ваших продаж должна примерно соответствовать сумме ваших покупок. То есть вы должны нормировать ваши арбитражные ноги и портфели по лотности и по цене. Следующее. Портфели должны обладать логичной, подчеркну, да, высокой корреляцией. Если вдруг кто не знает, что такое корреляция, это связь одного инструмента с другим. Корреляция, равная единичке, означает стопроцентную связь между двумя инструментами. То есть то, что второй инструмент в точности повторяет движение первого. Так, фьючерс, например, повторяет движение базового актива. Движение индекса с одинаковой расчетной базой, они повторяют друг друга. Стоимость акций компаний, добывающих нефть, она коррелирует со стоимостью самой нефти. Ну и так далее. То есть таких примеров можно много приводить, но важно помнить, что при математическом поиске корреляций обязательно придерживаться здравого смысла. У нас был один трейдер, стажер-математик такой, который просто взял бигдату по биржевым ценам и всю ее прогнал на предмет корреляции. Там очень много всякого нашлось с корреляцией выше 90%, но это были во многих случаях совершенно неподходящие для торговли с точки зрения логики и здравого смысла. Вот там на слайде, да, у меня классический такой примерчик из учебника, что называется. Показано, что есть отличная корреляция между средним возрастом Мисс Америка и количеством людей, погибших от горячего пара. Но я думаю, никому людей, ну, из людей, которые обладают здравым смыслом, не придет в голову, что эта корреляция не, ну, не случайна, а чем-то обоснована. Таких примеров можно много приводить. Да? Вот там импорт сырой нефти в США из Норвегии и количество водителей, погибших от столкновений с поездами. То есть тут идеальная корреляция 95%. Очень классно было бы торговать в теории. Или вот еще, расходы США на науку и технологии идут с 99% корреляцией с количеством самоубийств через повешение и удушение. Вот потребление сыра и количество людей, погибших от того, что они запутались в своих простынях. То есть список таких ложных корреляций, их можно приводить ну, достаточно долго, благо Big Data у нас позволяет современно это делать. И, собственно, поэтому трейдеру нужна голова на плечах. Это для того, чтобы понять, истинно или ложно корреляция, которую он собирается торговать. Еще немного таких понятийных определений. Чуть подробнее о каждом типе арбитража расскажу, чтобы с одной стороны было понятно, о чем речь, а с другой, чтобы
было понимание, что каждый из типов арбитража, он предполагает совершенно разный подход к его торговле. Классический, сводимый или детерминированный арбитраж, как его еще называют, то есть он предполагает такую твердую физическую связь между торговыми инструментами. Эта связь прописана в спецификации контрактов и не может быть нарушена. Да, Григорий, я бы тоже никогда не подумал бы сравнивать такие показатели, которые были на слайдах, но анализ Big Data жесток и беспощаден, да. Он видит корреляцию и говорит, что ее надо торговать. Я к тому и говорю, что нужно с точки зрения критически подходить к такому поиску. А вот второй инструмент в классическом арбитраже или вторая арбитражная нога, она часто дериватив, который при том, что заканчивается срок его жизни, подходит экспирация, он превращается в первую ногу или рассчитывается по цене первой ноги. Примеры подобного арбитража, вот они такие на слайде тут приведены, это акция против фьючерса на акцию, фьючерс на индекс ММВБ против мини-индекса ММВБ, ну и так далее, да, то есть я в начале занятия обещал, что сложной математики не будет, но без элементарной арифметики нам все равно не обойтись. Про инструменты, Григорий, да, чуть позже остановлюсь на этом. Вот на этом слайде у нас представлен расчет справедливой такой цены фьючерса из цены базового актива. Я пока вот расскажу, в чем смысл такого расчета, а вы, если у нас там сегодня наверняка есть опытные трейдеры, подумайте, пожалуйста, вот напишите в чат, чего не хватает в этой формуле. Итак, вот ценообразование фьючерса — это у нас всегда попытка угадать будущее. Как, собственно, и вся наша торговля в какой-то мере, это попытка заглянуть в будущее. И я, да, прекрасно понимаю, что будущего мы с вами достоверно предсказать не можем. Но это не должно нам мешать зарабатывать на рынке, ну, хотя бы за счет такого среднестатистического ожидания, среднестатистического, опять же, усредненного будущего. Думаю, для всех очевидно, что цена фьючерса, она зависима от стоимости базового актива, и корреляция между ними должна быть близка к единице. Уже менее очевидная вещь – это то, что фьючерс не стоит столько же, сколько базовый актив, сколько акция, например. Ну, хотя бы потому, что на него есть бесплатное плечо в виде гарантийного обеспечения. И если бы он стоил столько же, сколько акция, то его бы вообще, ну, то акцию бы вообще никто не покупал, скажем так. Так как можно было бы за 10% от актива купить поставочный фьючерс, а оставшиеся 90% разместить в какой-то безрисковый актив. В репо, в облигации там, или на депозит в банке, условно говоря. Вот, собственно, мы и приходим к тому, что классическое ценообразование фьючерса – это стоимость базового актива плюс стоимость использования заемных денег до момента экспирации. Если фьючерс стоит дешевле расчетного, то арбитражеры его покупают, продавая базовый актив. А если дороже расчетного, то продают фьючерс и покупают базовый актив. Таким образом, арбитражеры, они нивелируют существенные ценовые разрывы на вот таких вот классических спредах. Вот на примере, на слайде пример такого расчета цены фьючерса на акцию Сбербанка. Дано у нас цена акции 235 рублей, ставка репо 7% и дата экспирации настоящего от сегодняшнего дня там на 60 дней. Ключевую ставку у нас, кстати, уже
понизили в прошлую пятницу, она уже 6,5%, но я слайды делал до пятницы, поэтому ключевая стоит 7. А расчетная цена фьючерса по вот этой формуле, базовый актив плюс стоимость денег до экспирации, получается 237 рублей и 70 копеек у нас. Из этого расчета выходит фьюч всегда будет дороже акции. Совершенно верно, Алексей, казалось бы. Но в формуле, например, нам обязательно нужно учесть дивиденды, которые приходятся на или могут приходиться на этот фьючерс. Ведь если до момента экспирации фьючерса по базовому активу будет выплачен дивиденд, то цена фьючерса должна быть дешевле на размер этого дивиденда. Так как после экспирации вы получите акцию, по которой уже прошла дивидендная отсечка, и, соответственно, в реестр акционеров вы не попадете. Совершенно верно, в формуле дивиденда нет, поэтому я и спрашивал, что в этой формуле еще отсутствует. То есть в ней отсутствует, например, дивиденд. Но обычно все-таки, то есть если дивиденда нет, допустим, на этом фьючерсе, базис торгуется в таком арбитражном канале. А по дивидендам сейчас мы еще чуть подробнее на следующем слайде посмотрим, да. То есть он бьется вокруг ставки заемных денег, этот базис. То есть вот на слайдах это хорошо видно. Тут очерчено, да, как вел себя базис Газпрома, то есть раздвижка между акцией и фьючерса на протяжении 2 месяцев. Видно, что в среднем он неделю стоит над ставкой, которая изображена у нас условно черной линией, неделю под ставкой. И трейдер-арбитражер может несколько раз за эти там 2 месяца обернуть капитал, торгуя подобный спред. Вот на этом графике уже представлен базис Лукойла в текущем 2019 году. На нем мы можем как раз вот подробнее вопрос с дивидендом рассмотреть. Фьючерсы у нас квартальные. И как видите, вот мартовский фьючерс у нас, июньский тоже ходили, постепенно снижаясь к нулю с уровня ставки. В соответствии с формулой, которую я написал на прошлом слайде, на предыдущем. На сентябрьском же фьючерс у нас пришелся дивидендный гэп, и фьючерс сентябрьский начал торговаться вот ниже нуля, в так называемой бэквардации. Но после отсечки в июле, вот он продолжил торговаться у нас уже в таком классическом формате, спускаясь к нулю. Когда дивиденд не совсем ясен, то у нас возникает что прежде всего? Повышенная эдакая волатильность базиса. То есть вот мы можем ее видеть на примере декабрьского фьючерса. Фьючерс носится между расчетным бездивидендным значением и дивидендом, который может быть выплачен. И вот на декабрьский фьючерс, например, могли прийтись промежуточные дивы, а могли и не прийтись. И подобные неэффективности, они нам, к слову, дают такую стратегию, которую один из наших трейдеров любит реализовывать на своем инвестиционном счете. В преддверии промежуточных дивидендов он продает базисы, то есть ценовую разницу между акцией и фьючерсом тех компаний, по которым вероятны значительные промежуточные дивиденды. Их базисы, если дивиденды подтверждают, то есть хотя бы там 1-2 эмитента из тех, что он продал базисы, дивиденды подтверждают, то их базисы проваливаются на размер дивидендов. И трейдер получает с этого существенную такую безрисковую, подчеркну, прибыль. Да?
На дивидендах можно, ну, на классических таких схемах, на дивидендах можно еще событийную модель реализовывать. Когда вы знаете график выхода новостей по дивидендам, а он, как правило, заранее известен, то можно судить, ну, следить за ними и после новости быстро продавать или покупать базис в зависимости от того, какие ожидания подтвердились. А вот последний пример, например, когда у нас вышла новость по Лукойлу, на слайде он показан, вот, в октябре, когда у нас вышла новость по дивиденду, красная стрелочка, то стало известно, что на этот фьючерс попадают дивиденды в размере 16 рублей на акцию. Тут на несколько минут в рынке возникла такая неэффективность рыночная. То есть можно было набрать существенную, что недалеко не всегда бывает, да, но существенную тут давали безрисковую позицию с любыми доступными плечами фактически и пофиксить ее в тот же день. То есть можно было взять 10 рублей из этих 16 рублей дивидендов, ну, эти 10 рублей арбитражерам просто так на халяву раздали, что называется, за несколько минут. Кроме дивидендов, в расчетных ценах, вот то, что мы говорили с вами, еще не учтены ожидания рынка. Их гораздо сложнее учесть и спрогнозировать зачастую. Не учтены возможные байбеки, то есть это выкупы компании своих акций, которые периодически возникают. И самое главное, то есть что не учтено, это так называемые корнеры бывают еще на рынке, то есть недостаток акций, и если вы шортите акцию, а ее наоборот разгоняют вверх, то вы свои шорты не можете перенести по акциям по нормальной ставке при этом. То есть это приводит к падению базиса, даже под цену самого актива. То есть даже в бэквардации она может торговаться без дивидендов. Иногда наоборот, иногда базис может торговаться существенно выше расчетных цен. Как правило, к этому приводит ожидание по росту ставки репо, например. То есть, ну, репо – это ставка, по которой переносятся шортовые, ну, плечевые позиции трейдеров. И она примерно равна ключевой ставке ЦБ. А иногда базис задирает вверх также резкое падение самой акции. На вот этом примере на слайде пример такой фьючерс на индекс МВБ и мини-индекс МВБ. На нем видно, что канал сводимого арбитража четко бьется вокруг своего расчетного значения. То есть тут этот спред показан, наверное, там за год, да? Беда классического арбитража, она в том, что его, ну, очень сложно, практически нереально торговать на собственном инвестиционном счете. Потому что тут велики проскальзывания, а спред, за который мы бьемся, за который мы берем, он не намного превышает комиссию. Кроме того, для эффективной торговли, как правило, нужны прямые подключения к бирже и недешевое программное обеспечение для классических арбитража. И, как правило, эффективный вход в такие стратегии начинается там от 20-30 миллионов рублей, как минимум потому, что инфраструктура будет обходиться где-то, ну, порядка в 100 тысяч в месяц. И чтобы отбить такие вложения, ну, нужен достаточный торговый капитал. Ну, не все так плохо на самом деле. А на ум приходит только вот пара у меня стратегий сводимого именно спреда, которые можно
торговать на небольшой капитале. Про первую я вот уже сказал раньше. Это высокая продажа базисов инструментов, по которым могут быть дивиденды. Или же такая событийная модель. Ее можно реализовывать тоже на любых счетах, в том числе небольших. А вторая — это торговля календарного спреда. На бирже торгуется одновременно несколько фьючерсов на один и тот же актив с разными датами исполнения. Ближним называется самый ликвидный, дата экспирации которого ближайшая к сегодняшнему дню. То есть вот сегодня у нас, например, октябрь, да, 29 октября. У нас ближний считается декабрьский фьючерс на Газпром. Ну, если мы рассматриваем Газпром, который у нас на слайде. Декабрьский. А дальним, соответственно, фьючерсом считается тот, который следует за декабрьским. То есть со сроком экспирации в данном случае в марте у нас фьючерсы квартальные на акции. Как правило, на фьючерсах, следующем за ближним, на нем не такая плотная конкуренция, как среди арбитражеров, так среди маркетмейкеров. Так как у нас маркетмейкерские программы биржевые, они в принципе не предусматривают необходимости их постоянного котирования. Соответственно, на них большая волатильность, но и гораздо меньшая ликвидность. Ну, для частного капитала и волатильности, и ликвидности, как правило, вполне достаточно. Вот на слайде показана волатильность календарного спреда Газпрома. То есть раздвижка между фьючерсом на Газпром с экспирацией в марте 2020 года и декабрьским фьючерсом на тот же актив. Тот же самый календарный спред, но Сбербанка. Тоже волатильность достаточно высокая. И, как видите, тут есть где заработать частному трейдеру. То есть, грубо говоря, здесь волатильность составляет 150 пунктов порядка. При себестоимости, наверное, этого спреда пунктов 5. Буквально пару слов, да, в ответ на инструмент, на вопрос, какие инструменты, какие программы мы используем для того, чтобы строить и анализировать исторические спреды. Важно, да, что для разных трейдинговых задач подходят разные способы. Если вы хотите сделать регрессионный анализ, то больше всего подходит какой-нибудь простой Excel или какая-нибудь более сложная среда для анализа бигдаты вроде MATLAB. Если вы хотите построить спред, оптимизировать стратегию, прямо же в этой среде запускать ее в торговлю, то такой, ну, TSLab в качестве решения неплохо подойдет. Анализировать спреды в нем можно бесплатно, а за торговый коннектор, как правило, там он уже стоит определенных денег. А вот TradingView, например, это бесплатный онлайн-сервис. Он отлично подходит, если вы, что называется, на глаз хотите оценить спред, который у вас торгуется, ну, как, который получается между несколькими инструментами. Если вы торгуете арбитражным приводом, то, как правило, ну, TradingView, это онлайн-терминал, да, его достаточно для того, чтобы подобрать себе несколько пар в портфель, ну, или составить несколько портфелей. Почти все спреды, которые я сегодня на слайдах показываю, они как раз в TradingView и построены. Некоторые из перечисленных методов у нас требуют, ну, такие как
TSLab, например, или редакторы таблиц, они требуют подкачки в себя исторических данных, чтобы нам было что анализировать. А тут на слайде вот обозначено, где можно эти данные брать. Есть бесплатные сервера истории у Allora, есть у Finama. Есть данные у TSLab, если он с коннектором подключен. В школе у Высоцкого я встречал на Day Trading School архив котировок, которые можно скачать бесплатно. TradingView бесплатен, он пользуется своими данными, но насколько я знаю, их не получится выгрузить во внешнее приложение. То есть, но для визуального анализа это такое самое то. Еще покажу пару примеров сводимого спреда, который можно торговать на небольших счетах. И перейдем к статистическому арбитражу. Вот календарный фьюч у нас, это такой календарный арбитраж по нефти здесь показан у нас на примере фьючерсов на нефть Московской биржи. Календарный арбитраж по нефти, как вот видно из этого спреда, он у нас к классическим сводимым инструментам не относится. Ну, хотя бы за счет того, что фьючерс на нефть у нас расчетный, а не поставочный. Когда фьючерсы рассчитываются в одно время, как ранее показанный пример на MiniMoex, минус там MaxiMoex, да? Или если торгуется календарь поставочных фьючерсов на акцию, то и с ними вдруг с этой парой произойдет какой-то арбитражный разрыв, то есть раздвижка у нас уйдет за пределы расчетных значений, то у нас есть два варианта ее схлопнуть. Ну, это подождать, пока она откатит к своим нормальным значениям и сделать обратную сделку. А если она не откатила, а фьючерс экспернулся, да, то есть то мы можем выйти на так называемую поставку. Наши фьючерсы рассчитают по одной цене, как в случае с индексом, или нам поставят акции, как в случае с стоковым арбитражом. При торговле календарного арбитража с расчетными фьючерсами, вот как и на слайде изображен, такого не произойдет. И если нас рассчитают по ближайшему фьючерсу на нефть, ну что нам делать, да? То есть мы ж не побежим покупать несколько баррелей нефти для того, чтобы захеджировать оставшийся там проданным или купленным дальний фьючерс. Нам придется закрывать убыток по этой паре или перекладывать позицию на следующие фьючерсы, что, ну, не всегда выгодно, честно говоря. Это не значит, что такие вещи там нельзя торговать. Это лишь означает, что их нельзя торговать, как мы торгуем классический арбитраж, например. А торгуем мы плитами его, то есть над ставкой все деньги продаем, там под ставкой на все деньги покупаем. All-in всего лимита такой, это стратегия, которая подходит только для сводимых раздвижек. С несводимыми нужно себя вести так же осторожно, как с индексным арбитражом. А с календарными раздвижками вот важно не только не алынить, да, а еще и торговать методами усреднений. Ну, то есть, но еще и важно что? Еще и важно правильно рассчитать плечо. Вот тут на примере 2015 года хорошо видно, что произошло у нас с календарем доллара. То есть, ну, то, что это календарь, вы можете, кстати, вот здесь вот видеть, какие инструменты. То есть, C2 восклицательный знак, это означает, что дальний фьючерс, минус C1 восклицательный знак, это вот кодировка у нас TradingView.
Это значит, что формула дальний фьючерс минус ближний фьючерс по Си. Си это у нас фьючерс на доллар. Я отвлекся, пояснил, да? Вот тут видно, что произошло с календарем доллара при резком падении рубля и одновременном росте ключевой ставки. То есть, если пара в 2015 году, вот эту вот свечку видим, да, то есть, она была единственным в вашем арбитражном портфеле, и если вы ее торговали с максимальным плечом, то при таком движе даже безрисковому арбитражеру не поздоровится может. А при этом нельзя сказать, что если пара не сводимая, ну, что если, наоборот, что если пара сводимая, то такой риск полностью исключен. Дело в том, что сводимые раздвижки, они торгуются с большими плечами. А если вы перебрали с этими плечами, а позицию сильно порвало, то можно влететь не хуже, чем при направленной торговле. Поэтому плечи и усреднения, они должны быть всегда рассчитаны с учетом всего потенциального канала движения по каждому спреду, который вы торгуете, или по каждому портфелю. Но это такие основы риск-менеджмента. Я думаю, вы все их прекрасно понимаете, потому что у нас сегодня такой, вроде как, анонсировался вебинарчик для трейдеров-профессионалов, для трейдеров, которые не в первый раз видят торговый терминал, примерно знают, что и как считается. А вот, чтобы закрепить уже тему классического арбитража, еще раз вкратце его плюсы и минусы. То есть плюсы — это капиталоемкость, а классические спреды у нас набираются понемногу и большими позициями. Это где-то отсутствующий, а где-то сильно ограниченный рынок, рыночный риск. Это практически полная автоматизация процесса, то есть нам требуется подготовка в плане подбора раздвижек, анализа их поведения, а дальше процесс, он полностью автоматичен. Хотя, конечно, иногда нам требуется внимание для борьбы с какими-то проскальзываниями или для корректировки нашей стратегии. Минусы – это сильная чувствительность к проскальзываниям, опять же, к комиссиям, которая порождена высоким конкуренцией, высокой конкуренцией в таких спредах. Это приводит у нас к необходимости использования прямых подключений к бирже, что так довольно удорожает процесс. Благо, как я сказал, это требуется не для всех классических пар, как я уже говорил, там ни календарям, ни позиционке, этого всего не нужно. Еще один подвид классического арбитража – это так называемый географический арбитраж. То есть, когда торгуется разница в цене на одинаковый актив на разных биржах. То есть, например, акции против АДР-ок на нише. И второй тип, который у нас арбитража, который когда-то вытекал из географического, это одноногий арбитраж. Когда-то его даже, ну, он сродни скальпингу по большому счету, то есть когда-то это торговали скальперы, сейчас это все-таки, наверное, арбитраж, но одноногий скорее. Раньше он был довольно популярен в России, когда у нас Россия как привязанная двигалась за западными индексами, часто происходила ситуация классическая такая. Дергается западный индекс, DAX или S&P 500, и за ним через секунду-две туда же дергается РТС, а потом через секунду-две туда же, в эту же сторону, идут практически все акции. Когда у нас рынок торгуется таким образом, ну, нам нет смысла большого хеджировать первую ногу. Мы просто запаздывающий инструмент давим в ту же сторону, куда указывает инструмент поводырь. То есть в таких стратегиях арбитражных главная скорость и скоррелированность инструментов. Если они не скоррелированы, то мы будем работать на комиссию. Если скорости недостаточно, то мы будем бить в пустоту, рынок убежит уже.
Когда-то такие стратегии, как я сказал, торговались руками, потом роботами, потом рынок стал эффективным. Ну, эффективным в том плане, что корреляция между индексом там и отдельными акциями какими-то у нас из там 0,95, то есть практически из 90-95% превратились в 0,55, в 0,6. То есть Россия перестала ходить за Западом, а за акции перестали ходить за индексом. И в таком широком смысле стратегия смысл потеряла. Но тем не менее, часть активов, они всегда останутся скоррелированными. И там есть где порезвиться одноногим арбитражером. Но это такой в основном ХФТ рынок, высокочастотный рынок. Поэтому нужно учитывать вот такие ограничения, которые написаны на слайде. То есть мы должны, во-первых, обеспечить себе самое быстрое подключение по сравнению с остальными участниками рынка, полностью автоматизировать процесс. И тогда одноногий арбитражер такой, он получит высокую доходность в процентах на относительно небольшой капитал, как правило. Тут важно помнить, что одноногий арбитраж, в отличие от классического, ограничен в капиталоемкости, сильно ограничен. Потому что наша цель в данной торговле — это так убить своей заявкой того, кто запоздал. То есть того, кто не успел переставиться след там за поводырем, след за первой ногой. Но еще и нам нужно суметь быстро закрыть позицию, так как при такой торговле мы прогнозируем рынок лишь там на какие-то секунды или даже микросекунды. Третий тип арбитража — это статистический арбитраж. Отличается он от сводимого тем, что схлапываемость раздвижки арбитражной, она не заложено в спецификацию. А в спецификацию торгуемых инструментов. Собственно, она обусловлена названием этого вида трейдинга. То есть тем, что статистически так получилось, что портфели наши скоррелированы на каком-то историческом промежутке определенном. То есть для торговли мы подбираем такие портфели с вами, чтобы они на протяжении достаточно долгого времени вели себя стабильно, раздвижка между ними вела себя стабильно и торговалась в одном канале. Причем этот канал может быть как статичным вокруг так называемой точки ноль, а может быть трендовым. Статистический арбитраж, она стратегия очень популярна для среди крупных хедж-фондов. То есть, потому что она позволяет довольно аккуратненько, не сдвигая рынок, набирать очень большие ненаправленные портфели. В стат-арбитраже мы можем торговать контртренд на трендовой раздвижке. И если она при этом достаточно волатильна, то все равно оставаться в хорошем плюсе. Просто используя различные методики управления позицией, то есть на которые я расскажу чуть позже. Собственно, работа трейдера при торговле статистического арбитража, она не состоит в том, чтобы правильно подобрать такие портфели, которые будут статистически скоррелированы и иметь перед собой какое-то логическое обоснование. После чего выстроить торговую стратегию таким образом, чтобы прибыль была максимизирована, ну а потенциальная просадка минимизирована. То есть такими портфелями, вот на примере, примеры на слайде написаны, они могут выступить там фьючерс на индекс РТС против индекса ММВБЭ, фьючерс на индекс там РТС или ММВБЭ, неважно, против портфеля фьючерсов на акции или против портфеля из-за акций.
Портфель фьючерсов на акции нефтедобытчиков, например, против фьючерса на нефть. Тут же написал я и календарный арбитраж на слайде, то есть потому что я просто не уверен, честно говоря, к какому типу арбитража его лучше отнести, к классическому или к статистическому. Портфели или корзины, они строятся по принципу примерно равной стоимости ног. То есть в дальнейшем периодически часть трейдеров, она перевешивает эти корзины, а другие, наоборот, торгуют так, как есть, так, как сложилась уже их корзина, и просто ожидают возврата перекоса к среднему. Это зависит от, ну, от ряда факторов. Да? Например, по индексу одни трейдеры выстраивают плотное, полное перекрытие корзины, а другие частичное. Если выстраиваем полное, то раздвижку корзины не рвет. Но у нее получается очень большой спред, низкая волатильность. Ну и стоимость портфеля самого получается такая немаленькая. Вот. А если вы собираете синтетическую облигацию, ну, такие портфели еще называют синтетическими облигациями, на фьючерсах, например, то спред раздвижек будет равен спреду, ну, сумме спреда в стаканах каждого инструмента. То есть с этим можно, ну, и он получится достаточно такой широкий, и если волатильности не будет достаточно, то мы не сможем его проторговывать просто в арбитраж. С этим можно бороться частично, например, там, если выстраивать хеджирование не на фьючерсах, а на акциях. К тому же у акций, ну, у них меньшая лотность, чем у фьючерсов. И можно собрать в итоге нам более такой точный портфель. А недохеджированность индекса, она спред раздвижки такой может сузить. То есть мы можем, например, индекс захеджировать не 50 акциями, которые там входят в его стоимость, а там 3 или 5 или там 7, да, то есть. Тогда спред у нас этой раздвижки будет узкий, волатильность у нас сильно увеличится, но увеличится и риски каких-то выносов со статистически выверенных уровней. И чтобы уж закончить с типологией, сразу рассмотрим опарный трейдинг. Он потому что чем-то похож у нас на статистический, и на индексный арбитраж. Поэтому вот будем дальше методику их торговли смотреть в комплексе. А в парном трейдинге, как можно заметить из названия, торгуются не корзины инструментов, а только их пара. Как правило, это там два схожих между собой инструмента. И связь между ними объективно обоснована. Связь между ними объективно обоснована, да, то есть она торгуется так же, как и в арбитраже эта связь, контртрендово. Нужно, кстати, понимать, вот, что мы всегда торгуем контртренд в арбитраже. То есть мы всегда заходим в заведомо убыточную позу. Затем мы работаем с этой позой, усредняем ее и часто выходим там же, где и заходили, но уже с прибылью. То есть варианты, когда мы зашли в какую-то арбитражную позицию и рынок тут же там начал радостно отскакивать от этого уровня и дал нам прибыль сразу же, они довольно редки, и нельзя выстраивать свою торговую систему. Ну, не то, что нельзя, не получится выстраивать торговую систему свою, ориентируясь на ловлю таких верхушечек, да, на графике.
Это вот такой классический, набивший, наверное, всем оскомину уже пример пары для парного трейдинга. Это обыкновенная акция Сбербанка против привилегированной акции. Я на его примере просто хотел показать, что есть два подхода к торговле. Одни торгуют разницу, другие торгуют отношения между инструментами. В разнице мы отнимаем сумму продаваемых инструментов от суммы покупаемых, а в отношении мы делим одно на другое. Как видите, в реальности графики разницы инструментов и отношений, они могут сильно отличаться. Например, оба инструмента могут стремительно расти, а в итоге их разница может оставаться более-менее стабильной, как вот здесь показано на правом графике, а их отношение может стремительно сокращаться, как показано на левом. И в зависимости от того, торгуем мы разницу или отношения, будут у нас разные сигналы на таких вещах. Что торговать лучше, я не знаю, это очень сильно зависит от инструмента. В основном, если капитал невелик, то торгуют разницу. При ее торговле и результат более очевиден, и прогнозируем более, и мелкую какую-то волу собирать легче. Торговля отношением – это торговля такая торговая стратегия больше для крупных фондов, которые часто начинают входить в свои портфели, когда возникает существенный перекос, то есть когда среднеквадратичное отклонение по их портфелям показывает такой существенный сдвиг от нормы. Еще парный трейдинг отличается от индексного арбитража тем, что для того, чтобы получить на нем более-менее ровное equity, требуется торговать, как правило, не менее 10-15 пар одновременно. Причем не скоррелированных пар. В индексном арбитраже 3-4 портфелей обычно хватает все-таки для того, чтобы выровнять equity. То есть вот еще один пример на слайде, который вроде как ходит в широком коридоре. Это отношение цен золота и серебра. Тут не надо по этому графику считать среднеквадратичное отклонение. Да? И так видно у нас, что диапазон канала между соотношениями 1 к 50 и 1 к 80 за последние там, 20 лет. Но это нам видно до тех пор, пока мы не посмотрим тот же самый график уже за 40 лет, то есть более длинную историю на этом графике. Тут мы уже увидим, что соотношение золота к серебру уже и 1 к 100 бывало, и 1 к 20 довольно долго держалось. Поэтому важно при подборе пар смотреть именно на всю торгуемую их историю. Еще одна довольно волатильная пара – это Brent против WTI. Два сорта нефти, корреляция между которыми близка к единице. Но за последние 30 лет, как видите, пара нарисовала два таких вполне торгуябельных коридора. А весь вопрос в таких парах – что делать, если происходит этакое формирование нового коридора? То есть, если раздвижка, как мы тут видим на примере 2011 года, например, вот здесь вот, да, она пред у нас раздвижка встала в тренд на несколько месяцев. Тут есть несколько подходов. А если пара торгуется не одна, и допускает у нас провал на величину коридора, например, то где-то там в районе шишки нового коридора мы уже берем второе усреднение. Аналогичным сайзом, который торговали первый коридор. То есть вот где-то там, вот у нас нарисовался коридор, вот где-то здесь мы смотрим от 0.85 уже провал в новый коридор.
То есть мы, ну, от 0,85, почему это? То есть ширина предыдущего коридора плюсуется к этому. То есть, как правило, ну, провал на коридор, так называемый. Когда откатит наверх нового коридора, то есть вот 0,95 здесь указано, да, то есть мы уже имеем два варианта, как правило. Либо мы можем закрыть все в ноль с учетом соцсреднения и стать в новый коридор, то есть уже продаться одиночным сайдом. И это оправдано, когда новый коридор уже четко обозначился. Или же можем закрыть только вторую часть депозита, а первой ждать возврата в предыдущий канал. Я обычно в таких случаях 2-3 раза проворачиваю второй объем, и если вижу, что возврата не выходит, то закрываю все и встаю в новый канал. Ну, евро-доллар, то есть пара, которую трейдеры обычно катают по тренду. Ну, для контртренда она тоже вполне доступна. То есть, если она особенно катается в портфеле из многих пар. А тут у меня на слайде такая совместная табличка по плюсам и минусам парного трейдинга и стат-арбитража. Так как это не сильно разделимые понятия с точки зрения управления позицией и трейдинга. Плюсы — это капиталоемкость. Странно было бы ожидать невеликой капиталоемкости от стратегий, которые гоняют хедж-фонды у нас. Да? Второе — это автоматизация процесса. В отличие от классического или сводимого арбитража, тут выше потенциальный доход, но, соответственно, выше и риски. Поэтому нужно внимательно смотреть на риск-профиль стратегии, то есть на каких деньгах что торговать. Я там, условно говоря, например, классику торгую на деньги компании, на деньги пропа, так как там недопустимы просадки и нужна высокая капиталоемкость. А парник или календарный арбитраж уже торгую там на свои деньги, где риск-менеджмент попроще, доходность повыше, а необходимость к прямым подключениям и инвестициям, соответственно, в подключение, она отсутствует, так как проскальзывания, если возникают на каких-то выносах, то чаще они положительные, чем отрицательные. Есть и минусы, куда же без них, да? Во-первых, не получится торговать 1-2 пары и рассчитывать на ровное эквити. Во-вторых, там для построения спредов нужно делать и математические анализы, фундаментальные, исторические, ну, хотя бы таких первых его в элементарных приближениях, для того, чтобы понять, какие риски мы с вами торгуем в конкретном спреде. Риски могут быть разные, да, моя любимая тема — это риски, наверное, а не только доходности. Может быть, риск потенциальной конвертации префа в обычку, как это там со Сберпрефом есть такой риск. Да? Могут быть дивидендные риски или дивидендные возможности. То есть не знаю, как это лучше назвать. Наверное, все-таки зависит от того, с какой стороны раздвижки вы стоите. Там, ну, про риски, да, была такая история, например, там, сейчас по закону все акционерные общества, акции которых торгуются на бирже, они должны заранее объявлять о намерениях по выплате дивидендов. Чтобы это не стало сюрпризом, сюрпризом таким от инсайдеров для трейдеров, которые по-честному торгуют на бирже. Но есть у нас, например, такой эмитент, как Транснефть, обыкновенные акции которого на бирже не торгуются, только префы. И он вроде как под этот закон, например, уже не подпадает и может запросто объявить дивиденды задним числом, в том числе для привилегированных акций. То есть такие, казалось бы, странные на первый взгляд вещи, их тоже желательно учитывать в арбитражной торговле, если вы торгуете подобные инструменты. Еще раз хочу обозначить, что можно считать корреляцию между инструментами, а можно между рядами инструментов. А можно просто визуально оценить канал
прикинуть, какие риски могут быть, это опять же визуально, и подстроить стратегию, исходя из картинки. Дело в том, что будущего мы все равно не знаем. И если что-то с парой пойдет не так, от которую мы торгуем, нас аккуратность, которую нам даст математический анализ, ну, совершенно не спасет. Инструменты могут долго торговаться с корреляцией близкой к единице, а потом прилетает там черный лебедь и портит нам всю торговлю. Тем не менее, кто хочет изучать спреды не в аналоговом, как я вот сегодня рассказывал, да, то есть, а в, ну, через графики и собственные глаза, там, а в таком цифровом формате, то бишь делать корреляционно-регрессионный анализ, напишите мне, я скину вам такие простые методические пособия по данной тематике. Возвращаясь к тематике ложных корреляций, да, которые мы уже обсуждали с вами, так отвлечемся на немного абстрактно-астральную тему. Вот на слайде, например, такая классика. Единичками показаны на графике новолуния, двоечками полнолуния, и они наложены на график S&P 500. Вот если видно, что фазы Луны у нас довольно четко соответствуют таким линиям слома трендов. Это истинная у нас или ложная корреляция, как вы думаете? То есть, я не знаю. Я бы сходу, конечно, я бы сказал, что ложная корреляция. То есть, потому что несколько причин тому. Во-первых, показан нам довольно небольшой полугодовой кусочек графика, то есть далеко не факт, что если мы посмотрим на весь график, то ситуация у нас продолжится. Во-вторых, это показано на американском индексе, ну, а если посмотреть корейский там или турецкий индекс или российский, там тоже в этих же местах тренды ломаются, ну, очень сомнительный тезис, да. Ну и в конце концов, это выглядит таким же бредом, как и приведенные ранее на слайдах ложные корреляции. Да? Но я когда почитал поподробнее, например, об этой теме, то начал сомневаться уже. Потому что больно научно выглядят результаты. То есть исследование, оказывается, проводилось, во-первых, не на одном, а на 32 индексах. И исторические данные они использовали аж с 1988 года. Ну, и там в исследовании вполне такое логичное, научное, околонаучное, скажем так, объяснение давалось подобному массовому бессознательному поведению. То есть, что рынок ведь это не только отражение экономики у нас, а еще и отражение психологии массового инвестора. То есть, а что лунный цикл у нас влияет на человеческую психологию и физиологию, это вроде как вполне доказанный факт. Но это мы отвлеклись с вами от арбитража чуть-чуть. А вот на этом графике у нас что? Это пример парника Газпром минус Лукойл. И да, некоторые даже такое торгуют. Ну и на этом примере показаны проблемы, которые возникают при торговле нестатичных раздвижек. Как видно, они могут в разные годы торговаться резкими выносами, в другие годы торговаться в устойчивом канале, в третьи годы становиться в тренд. Чем меньше корреляция, тем выше разброс поведения раздвижек и тем больше у них трендов. Раздвижки, которые склонны к такому трендовому поведению или к выносам, они не торгуются одинаково со стационарными. Как правило, у них точка ноль не абсолютно, а относительно. То есть, чтобы найти эту точку ноль, одни выстраивают скользяшки, чтобы они им ее показывали. Другие там просто смотрят на глаз. Третьи там волны выстраивают. Подходы к созданию вот таких динамических сдвигов, они у всех разные. Сейчас я покажу основные методики такие торговли раздвижек, которые мы используем.
На этом вот слайде показано, как торгуется усреднение и выход из раздвижки по лесенке, по так называемой. С отступом от точки 0 мы начинаем продавать раздвижку, если она у нас ведет вверх от точки 0, и покупать, если она идет вниз от точки 0. Да? Через каждые 500 пунктов. Вот на 500 продали, на 1000, 1500, 2000 продали. И для каждого выхода у нас свой take profit. То есть тут зашли по лесенке, получается, и вышли по лесенке. Ну, дальше тоже заходим по лесенке, выходим по лесенке. Такая торговля, она имеет смысл, когда раздвижка наша волатильна. Но на каких условиях возникнет эта волатильность, мы заранее не знаем. Она может несколько недель или месяцев застрять между нашей третьей продажей и вторым тейком, например. И у нас будет проторговываться только часть капитала, то есть которая будет постепенно улучшать среднюю позицию нашей затарки. А при возврате позиции вот сюда вот к нулю, мы уже полностью соберем весь профит. Для нестационарных раздвижек лучше использовать так называемую лесенку со сдвигом. То есть если мы продали второй пакет по 1000, а откупили его по 500, то перезаход нам у нас уже будет, например, по 1200, а его откуп уже по 700. Таким образом, мы постепенно сдвигаемся вместе с трендом раздвижки. Вот еще одна система на следующем слайде, которая подходит как для трендовых, так и для стационарных раздвижек. Усреднение идет по лесенке, а выход идет полный. Если у нас у раздвижки есть трендовый потенциал, то полный выход делается, как правило, выше, чем был первый вход. То есть, видите, мы вот усреднили 4 позиции и вышли их полностью там в районе 700, допустим. Да? То есть по 500 мы начинали продавать, по 700, выше, чем наша первая продажа, мы полностью позицию уже закрыли. То есть сдвигаемся по лесенке, то есть и начнем мы снова продавать уже первая лесенка у нас начнется уже от этой же позиции, то есть с каким-то отступом, то есть мы уже начнем продавать не по 700, а по там 1000, не по 500, а по 1000. Если раздвижка стационарна, то имеет смысл продавать по лесенке. Ну, хотя бы потому, что мы заранее не знаем, насколько далеко от точки 0 у нас раздвижка уйдет. А выходить можно полностью, в принципе, в точке 0. Потому что мы знаем, что раздвижка стационарна. Нам нет смысла куда-то сдвигать свой откуп или от продажи. То есть продажа, откуп. Покупка от продажи. То есть, ну, в данном случае это для раздвижек со сдвигом. Для торговли со сдвигом нарисовано. Если раздвижка стационарна, то стоит крыть ее в точку 0. Третья система входа и выходов основана на таком нормальном распределении. Кстати, я думаю, или все понятно, или наоборот ничего не понятно, никто не задает вопросов. Задавайте, я их, может, не сразу, но так постепенно к концу постараюсь ответить. Вот, третья система входов и выходов у нас основана на таком нормальном распределении. В математическом статистике есть такое понятие, как стандартное или среднеквадратичное отклонение случайной величины относительно ее математического ожидания. Я уже этот термин сегодня называл, и только сейчас там поясню, да, что он означает, если вдруг кто-то не понимает. Если вы будете долгое время подкидывать монетку, то
то в среднем у вас выпадет половина орлов и половина решек. Но не будет такого, чтобы после каждой решки выпадал орел. Будут у вас выкидываться там серии из орлов и решек. В среднем эти серии будут укладываться в нормальные величины, то есть по 2, по 3, по 4 подряд, которые будут здесь вот укладываться, вероятность их выпадения будет укладываться вот в диапазон от 0 до 2 сигмы. Но редкое некоторое количество подбросов у вас попадет в диапазон между второй и третьей сигмой. То есть вот такую небольшую вероятность. Применительно к торговле раздвижек, метод торговли по третьей сигме, он выглядит следующим образом. Мы оцениваем хоть визуально, хоть с помощью расчетов экстремумы на наших портфелях. Входим на них, как показано на слайде, то есть и ждем какого-то возврата к средним. На нестатичных раздвижках иногда приходится применять так называемую методику переусреднения. Это происходит в случае, когда наша там лесенка, условно говоря, закончилась, а раздвижка продолжает двигаться против нашей позиции. В таком случае конструкция вся сдвигается таким образом, как правило, чтобы первый пакет у нас откопался в ноль или даже в минус, иногда таким образом, чтобы текущая волатильность раздвижки, она цепляла 2-3 наших торговых уровня. И ждем, пока волатильность нам даст возможность полностью выйти в плюс или пока раздвижка вернется на место. Если же раздвижка статична или сводима, то в таких случаях имеет смысл просто пережидать какие-то возникающие временные разрывы и ждать возвращения к средним. Мы уже приближаемся к завершению сегодняшнего полуторачасового вебинара. Еще раз просьба задавать вопросы тем, кто их не успел задать. В любом случае, для тех, кто смотрит в записи наш сегодняшний вебинар, будет в конце мои контакты, то есть вы можете задавать вопросы мне напрямую, я всегда найду возможность на них ответить. То есть пишите, звоните в Telegram или по электронной почте, то есть кому как удобнее. А я вот кратенько расскажу о программном обеспечении, которое мы используем. То есть за последние лет 15, наверное, да, что мы торгуем арбитраж, мы использовали много разного ПО. Были и самописные приводы, и покупные у нас. В арбитраже нет такого понятия, честно говоря, как полная автоматизация процесса. Ну, точнее, может оно и есть, но мы не используем. Если вы делали каких-то в своей жизни индикаторных роботов или делали, или использовали их, то вы понимаете, что их можно сделать таким образом, что вы их сделали, отладили, запустили в работу и забыли, что называется. По крайней мере, забыли там до той поры, пока они зарабатывают или пока не нужно им поменять экспернутые фьючерсы. Арбитраж же в основном торгуется все-таки приводами, в которые вы просто вбиваете свои торговые инструменты, указываете параметры, с которыми нужно торговать, усредняться портфелем и по каким параметрам им выходить из позиции. То есть, если вы хотите обрабатывать стакан, то еще и настраиваете, в какой глубине стоять, по каким принципам там передвигать лимитную заявку. На текущий момент вот мы используем, наверное, активно два арбитражных привода. Скриншот первого, то есть, ну, части первого на самом деле, да, то есть сейчас на экране это разработка
финансовой компании Викинг, и называется он мультиконнектор. Из его названия, то есть мультиконнектор, как бы вытекает один из его плюсов. Этот привод позволяет подключаться ко многим биржам, в том числе и криптовалютным. Он быстро работает, так как заточен на скорость реакции, и он подключается напрямую к шлюзовым портам бирж. Дает возможность гибко настроить свою стратегию. Если не хватает встроенных функций, то те из нас и те из вас, кто обладает кодерскими способностями, они всегда могут дописать свои скрипты, так как у него там есть свой встроенный язык. Минус его — это стоимость. Для каждого счета он у нас обходится, ну, в $1000 в месяц. Это только стоимость ПО, то есть самого робота. Еще примерно столько же, наверное, уходит на оплату прямых подключений к биржам. В итоге для того, чтобы окупить там сотню тысяч в месяц только накладных расходов, нужен, ну, значительный капитал, чтобы овчинка стоила выделки. То есть, по моим оценкам, стоит брать мультиконнект, если все то, что я сегодня для вас рассказывал, это вам не в новинку, и вы там еще в начале нашего занятия уплыли, сказали, что да, что он нам рассказывает, я это все там знаю уже 10 лет как, да. То есть, если у вас есть миллионов 20 для реализации этих стратегий, тогда мультиконнект вам пригодится, я думаю. То есть еще бы хотелось сказать, ну, отметить среди минусов его относительную сложность. То есть этот привод, который сделан программистами для программистов, то есть user-friendly интерфейса, тут ждать не приходится. Но, как говорится, лиха беда начала. То есть если хотите развиваться в высокочастотных именно стратегиях, то у вас, если есть капитал под это дело и хотите попользовать именно мультиконнектора, пишите мне, я договорюсь с разрабами о скидках и помогу с настройкой. Какая прибыль в год с 20 миллионов? Ну, если смотреть высокочастотные стратегии, они в основном используются для портфельного арбитража, для классического арбитража и для маркетмейкерства. По этим трем стратегиям немного разные риски и немного разная прибыльность. То есть, если смотреть по маркетмейкингу, по портфельнику, там чуть выше риски и доходность составляет сейчас, наверное, порядка 20, в диапазоне от 20 до 30 годовых. То есть, ну, делаем начиная от трех ставок, начиная от трех безрисковых ставок, от ставок ЦБ, нас начинает интересовать доходность по стратегиям. То есть, по классическому арбитражу доходность, наверное, пониже, будет в районе трех ставок, опять же, ну, по этому году где-то в районе 18-20 годовых мы показывали. А если смотреть по тому, что было 5 лет назад, например, 10 лет назад, то доходность, можно сказать, упала где-то вдвое. То есть она постепенно, рынок арбитражный, он постепенно так сужается, и сужается не только в плане доходности, но еще и в плане ликвидности. То есть, ну, уже не столько можно запихнуть в эти спреды, сколько, ну, по крайней мере, на московской бирже, сколько мы могли запихнуть еще несколько лет назад, без падения доходности, я имею в виду, конечно. Вот. Второй привод, который мы используем, это уже доморощенная наша разработка наших краснодарских трейдеров и программистов. Называется он Berserk. На слайде вот не очень хорошо, наверное, но
виден его интерфейс. Да, что-то совсем плохо. Ну, ладно. Среди плюсов Берсерка я хотел бы отметить, что для торговли не нужен значительный капитал. То есть лицензия на сам привод стоит 6 тысяч в год, а для участников сегодняшнего вебинара еще и предусмотрен бесплатный триальник на 2 месяца, то есть триальный период. Если он вам нужен, напишите мне, опять же, по контактам, я вам его вышлю с инструкцией вместе. Робот не требует подключения шлюзовых серверов, но может быть подключен бесплатным коннектором к серверу Atentis. То есть Atentis — это такой среда разработки автоматизации для серверов Allora. Соответственно, на нем можно эффективно торговать уже с несколькими там сотнями тысяч рублей. То есть нижний порог, он зависит даже не от эффективности, а от кого, от того, насколько вам самим интересно возиться с рынком с небольшими суммами. То есть важно понимать, что чистая доходность арбитражных операций, как я уже сказал, находится там в диапазоне 15-30% годовых. То есть если торговать именно осторожно и не придумать какой-то интересный портфельчик, который мы не знаем, да, то сложно преодолеть этот порог. То есть в итоге, поторговав там на 100 тысячах рублях и заработав за год 30 тысяч сверху, ну это, наверное, не совсем то, ради чего стоит заморачиваться, честно говоря. Поэтому, ну, если хотите, чтобы это было чувствительно, лучше торговать арбитраж, ну, хотя бы там с миллионом. А минусы нашего привода арбитражного в том, что он подключается только к московской бирже. Соответственно, в выборе инструментов вы ограничены тем, что на нашей Мосбирже торгуется. Ну и второй минус в том, что в нем нет встроенного аналитического модуля для спредов, для раздвижек. Ну, для меня это по большому счету и не минус, так как мы все наши трейдера, то есть всегда строили спреды, всегда строили раздвижки во внешних средах. Это просто удобнее, и это дает возможность разделить торгового робота, да, боевую его часть, сделать ее максимально быстрой и эффективной, и разделить аналитическую часть, которая может уже там перерабатывать, смотреть спреды, считать сколько угодно. А я уже заканчиваю. Кто не успел задать вопросы и уже не успеет, наверное, да, те напишите мне, пожалуйста, их по контактам, которые здесь указаны, в Telegram, куда-то еще, то есть на почту, звоните по телефону. Кто пожелает, опять же, взять триальник, пишите мне на указанные в слайдах контакты, а я вас как раз не буду отвлекать перед закрытием биржи, которая состоится у нас через 6 минут. Спасибо за внимание и до новых встреч!